В рамках первенства России «Динамо» Барнаул на своем стадионе принимал «Волну» из Нижегородской области. Хозяева очень хотели победить. Это видно по немалому количеству атак и ударов по воротам. Но этого оказалось недостаточно. «Волна» забила два безответных мяча на 33-й минуте с пенальти и в самом конце встречи на 92-й. Победа гостей 2-0. Картина в турнирной таблице у барнаульцев все хуже. 11-е место, 6 побед, 5 ничьих и 13 поражений. У «Динамо» еще есть 2 игры в сезоне. Остается надеяться, что порадуют своих болельщиков. Неизбыткое желание забить, оно перехлестывает где-то свои какие-то эмоции, поэтому не идет. Были моменты, хорошие подходы, но это футбол. С зеленого поля переходим на ледовую арену. Серия домашних игр хоккеисты «Динамо Алтай» завершали матчем против «СКА Невы». До этого барнаульцы уступили санкт-петербургскому «Динамо» 0-1 и 1-4 московской «Звезде», а также обыграли «Юнисон» 3-2. Перед последней игрой настрой был исключительно на победу. На 4-й минуте матча хозяева вышли вперед, но гости не опустили клюшек, ответив 3 безответными шайбами. Как итог, «СКА Нева» побеждает 3-1. Теперь «Динамо Алтай» отправляется на выезд Омск, Курган и Ханты-Мансийск. Дмитрий Дроздов, «День с толком».